Аэрофлот увеличивает цены на полеты в Крым. Компания со следующего года повысит стоимость билетов в Крым, в Калининград и на Дальний Восток. Перелет подорожает на 2000 тысячи. Билет туда и обратно будет стоить девять с половиной тысяч рублей. Компания пошла на это в связи с тем, что тарифы были убыточными.